Нужно удерживать эти позиции сколько сможем. Если враг пробьется, мы потеряем то немного. Конор, друг мой, вы как раз вовремя. Увидите нашу славную победу. Где Чарльз Ли? Этот негодяй является в разгар боя и начинает командовать. Приказывает всем наступать и уезжать, а мне расхлебывать. Откуда они взялись? Всем немедленно отступать! Все ко мне! Сюда! Живо! Я удержу позиции. Уводите их отсюда. Я оставлю с вами своих лучших людей, пусть охраняют вас. Они пойдут на все, чтобы вы победили. Бон шанс, мон ами. Мы их потрепали!
Бросим их! Это их задержит! Мы еще отбросим их! Мы их потрепали! Отличный выстрел! Боеприпасов, сэр, и враг на подходе. Нужно отступить, догнать остальных и прикрыть их отход. Если останется тут, нам конец, нам конец! Идите к остальным! Я тут разберусь! Отвлеките их! Останемся тут, убьем! Идите! Уходим! Я справлюсь сам! Делать, и быстро! Скорее! Я займусь врагом, ничего! Идите к остальным! Браво, мой друг! Вы сегодня спасли многих. Коннор? Чарльз Ли вас предал.
вынудил людей отступить в разгар битвы, надеясь, что после тяжелых потерь вы потеряете свой пост. Что? Я уверен, он что-нибудь наплетет, мол, его превзошли числом, или обвинит меня. Все ложь. Последний раз говорю. Он ваш враг. Он не уймется, пока не убьет или не опозорит вас. Похоже на правду. Ли вел себя подозрительно на поле битвы. Раз так, я немедленно начну расследование. Для этого слишком поздно. Все нужно делать по закону. Или мы ничем не лучше их. Я уж не говорю о возможных политических осложнениях. Если вы помилуете Ли, я убью его сам. Наслаждайтесь победой, сэр. Это последнее, которую принес я. Дезмонд, неприятности. Твой отец у Абстерго. Где? В Италии. Там же, где держали тебя. И чего вы ждете? Пошли. Это не все. Снова здравствуйте, мистер Майлз. Надеюсь, вы в добром здравии, насколько позволяют обстоятельства. Похоже, у каждого из нас есть то, что нужно другому. Я предлагаю сделку. Отдайте мне яблоко, и я верну вам отца как есть. Откажетесь, получите его в намного худшем состоянии. Думаю, неприятные последствия вам не нужны. Я знал, что это случится. Не думал, что так скоро. Интересно, в Абстерго вообще знают, что тут грядет? Или это просто часть их плана? Может, они хотят конца света? Увидеть, как все сгорит? И заполучить новый мир, краи как хочешь. Нужно искать новый источник энергии. Бросить отца там. Он, наверное, этого хочет. Чтобы мы закончили миссию. Я так не могу. Отнимать жизнь тяжело, но бросать своего, зная, что я мог этому помешать, ни за что. Может, я рискую и собой, и всеми нами ради одной сволочи. Но что мне еще остается? Эта сволочь мой папа. Там же, где и тебя. Дальше по коридору будут лифты. Не дай себя заметить. Они знают, что я здесь. Не могут не знать. Это была плохая идея. Сэр, отдайте оружие и следуйте за мной. Спасибо. Я сам найду дорогу. Не нужно некрасивых сцен, мистер Майлз. Тогда пропустите. Обезвредить объект.
территории противника? Вот так? Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, сдайся охране. Дальше придется лезть самому. Он где-то рядом. Куда он делся? Ничего. Я же... Отдай яблоко. Давай по-хорошему. Тебе некуда идти, а у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас! Не сейчас! Меня еще ждет работа! Нет! Убирайся! Это еще что?
Убирайся! 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 Ну ладно, хватит, мистер Майлз. Я вас пригласил, чтобы проявить дух сотрудничества. И как вы ответили на мое гостеприимство? Я надеялся сохранить вас с отцом, просканировать вашу память. Но игра не стоила.